что можно купить в Таджикистане за стоимость нового айфона. iPhone 13 вышел месяц назад, в Таджикистан он поступил практически сразу же. Официальный поставщик и продавец компании Apple в Таджикистане iCom продают его за 16 100 самони. За стоимость нового айфона можно купить 230 килограммов говядины, 8 телевизоров, 2 билета в Москву и обратно, 800 поездок на такси, 937 палочек шашлыка, 1437 литров бензина, 8 баранов, 1 подержанный автомобиль, 4000 каян картофеля, 3000 дошираков, 170 метров атласа и адраса, 71189 киловатт электричества. Если тратить в месяц по 150 самони, хватит платить за свет 8 лет. Источник информации: Азия Плюс.